Инициатором автопробега в честь Дня Победы уже не в первый раз становится организация ДСААФ. В этом году он был посвящен 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также дню рождения Пинской автошколы ДСААФ. Школа была организована на базе Пинского автомотоклуба в 1952 году, 15 мая. Первым директором школы был участник Великой Отечественной войны Маринец Леонид Васильевич. Также в процессе деятельности школы, вот в частности в 1986 году, решением Совета министров Республики Беларусь в школе было присвоено звание Белова Павла Алексеевича, Героя Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. Поэтому мы сегодня отмечаем этот двойной праздник. Ну и, соответственно, в честь этого праздника, в честь этих событий мы проводим автомобильный пробег по улицам нашего города. Колонна автомобилей ДСААФ, к которой присоединились пинские байкеры, стартовала от автошколы. В сопровождении машины ГАИ участники автопробега проехали по центральным улицам Пинска. Во время движения группа легковых автомобилей, грузовиков и мотоциклов, рассвеченная флагами, привлекала к себе внимание пешеходов и автомобилистов. Очень хотелось бы, чтобы этот праздник, об этом празднике знали все. И, конечно, хотелось бы, чтобы суть этого праздника, она не терялась, чтобы подрастающее поколение помнили о том, что их предки стояли насмерть и, соответственно, делали все для того, чтобы сегодня светило солнце и мы жили счастливо. В маршрут автопробега была включена и городская набережная, по которой участники проследовали в парк культуры и отдыха. Здесь, у братской могилы воинам-освободителям, они возложили цветы к вечному огню и почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.